Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за тело, за нас ломимое. Мы благодарим Тебя, что ранами Твоими мы исцелились. Отец, Ты послал Свое Слово и исцелил нас. И от могил наших избавил нас. Мы сегодня исповедуем, что ранами Твоими мы исцелены. Мы сегодня думаем о том, что с Тобой произошло. Мы размышляем. Ты сказал: «Эли, Эли, ляма азафтани». Бог мой, для чего Ты оставил меня? Но мы благодарим Тебя, что Ты не был оставлен на кресте. Господь, мы благодарим Тебя, что на мгновение Ты был оставлен, но навечно принят Отцом. И в Тебе мы все соделались праведными. И в Тебе мы все получили эту благодать и эту истину. Мы благодарим Тебя. Твое Слово говорит: Дух и Невеста говорят: приди. И мы сегодня жаждем Тебя, Господь. Мы славим Тебя за Твои раны. Ты Господин нашей судьбы и жизни. Ты Господь всех господствующих и Царь всех царей. Ты сказал: я был мертв и все жив, и живу во веки веков, и ключи от ада и смерти у меня. Но при этом Ты сказал: вспоминайте сие, сие творите в мое воспоминание, потому что смерть Твоя – это великая победа для нас и наших близких. Твое Слово говорит: веруй в Господа Иешуа Мессию, спасешься ты и весь твой дом. Господь, благодарим Тебя прямо сейчас. Господь, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за тело Твое, за нас ломимое. Если мы угашали Твой Дух, омой нас кровью и прости нас, Господь. Мы хотим, мы желаем ходить в Духе. Мы хотим быть ведомыми Святым Духом. Руах Акодеш, Дух Святой. Мы знаем, что Ты всегда с нами, но мы сегодня говорим, открывая свои сердца. Мы приглашаем Тебя, Святой Дух. Раздели с нами эту вечерю любви. Напомни нам, кто наш Господь, Спаситель и Жених. Покажи нам на того, который умер и воскрес для нашего оправдания. Мы благодарим Тебя, Иешуа, Божий Сын, тело Господа Иешуа Мессии. Примите и идите. Амен. Ранами Его мы исцелились. И взял чашу и возблагодарив, сказал: сия есть чаша крови Нового Завета, за многих проливаемая во оставление грехов. Благодарим Тебя, что в крови есть сила оставить всякий грех, потому что это не нашими делами, но это Твоей благодатью и любовью. Мы благодарим Тебя за кровь, которая свидетельствует в духовном мире, что мы избавлены и искуплены. Кровь Иешуа Мессии. И благодарим Тебя, что эта кровь защищает нас и наших близких, и наши семьи, и наших братьев и сестер, и наши общины от всяких вирусов и коронавирусов, и от всякого сатаны, и от всякого ангела-губителя, и они не могут прикоснуться к нам. Эти ангелы-губители и нечистые духи также не могут прикоснуться к нам, ибо Господь Бог заповедал о нас своим ангелам, и они понесут нас, да не приткнемся о камень ногами нашими. На аспида и василиска наступим, попирать будем льва и дракона ради крови, потому что мы в завете с Богом, Он заключил с нами завет. Завет вечный и чудный. Завет, кровь завета. Пейте все, Бешем Иешуа. Аллилуйя, слава Тебе. Господь, я молюсь за каждого, кто здесь и кто смотрит нас. Отец, я молюсь, чтобы величайшая благодать Иешуа сошла. Я молюсь Тебе, Господь, не просто о мурашках на коже. Я молюсь Тебе, Господь, чтобы на самом деле, помимо этой гусиной кожи, которую чувствуют некоторые из нас, чтобы пришла та благодать, которая взращивает нас и поднимает на новый уровень. Дух Святой, мы приглашаем Тебя в наши семьи. Подними руки, скажи: Дух Святой. Скажи: Дух Святой, приди, как Ты хочешь. Забери меня из старого и поведи меня в новое. Дух Святой, я не хочу по-старому, но я не знаю, как по-новому.
Поэтому я доверяюсь Тебе, как Ривка, как Ревека, как та девица. И я говорю, веди меня, Дух Святой. Господь, я молюсь о каждом, кто здесь. И я молюсь о каждом брате и сестре, и о каждой нашей общине, и о всех, кто смотрит там. Пусть Дух Святой ведет каждого из нас. Пусть мы будем ведомы Святым Духом. Я молюсь прямо сейчас за исцеление душевное и физическое. Пусть уйдут все депрессии. У меня есть слово для кого-то, которое я получил от Господа. Когда ты в духе, ты получаешь от Бога слова. Господь говорит, люди не должны быть в депрессии, которые ходят пред Ним и служат Ему. Почему люди находятся в депрессии? Почему люди находятся в положении, в котором они не должны находиться? Потому что они не ведомы Святым Духом. Они ведомы всем, но не Святым Духом. Но когда ты подчиняешься Святому Духу, Он приносит тебе этот свет, эту радость, эту жизнь, праведность, мир и радость в Духе Святом. И поэтому мы молимся прямо сейчас, Дух Святой, посети тех, которые находятся в депрессии, которые находятся в разочаровании, посети тех, которые оставили церковь, оставили общину, оставили тело Твое, ушли, отошли. Господь, верни их, Дух Святой, верни их, потому что они родственники Авраама, верни их, потому что они призваны и искуплены кровью Мессии, верни их. Я молюсь, Господь, чтобы Ты исцелил каждого человека, Господь, аллилуйя, потому что Ты искупил нас. Исцели, Господь, от физических болезней во имя Иешуа. Храни нас от всяких вирусов и коронавирусов. Господь, я молюсь, чтобы Ты дал финансовое процветание, потому что когда мы начинаем ходить с Духом Святым, там есть не только духовное богатство, но и физическое богатство. И я молюсь об этом, Господь, в этот шаббат. Да благословит Господь нас, как благословил Авраама, Исаака и Якова и Израиля. Да благословит Господь нас, как Он благословил Сару, как Он благословил Ривку, как Он благословил Лию и Рахель во имя Иешуа. Я говорю благословение на нас и на наши семьи, и на наши общины. Я говорю защита крови Иешуа. Я говорю благословение Господня, которое обогащает и печали с собой не приносит. Я говорю прямо сейчас во имя Иешуа, всякое оружие, сделанное против нас, не будет успешно, и всякий язык, состязающийся с нами на суде, мы обвиняем во имя Иешуа, ибо это наследие рабов Господа, праведность Его для них во имя Иешуа. Я говорю, Йошев Бесетер Ильон Бецель Шадай Длонан. Омар ле Адонай махси умитсудати Элохай ифтах бо, ки у яцилха мипах якуш мидевер авот, беэврато ясех лах ותחת כנפיו תחצה, צינה וסוחרה מיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך מקטב ישו צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלעומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב בעליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמרך, בכל דרך על כפיים יסעונך פן תיגוב באבן רגליך על שחל ובטן תדרוך תרמוס כפיר ותנין כי בי חשך ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי יקראני ואענהו עמו אנוכי בצרה אחלצהו ואכבדהו אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי. Я говорю сейчас этот псалом как псалом от Господа, псалом на шаббат, Господь. Я также провозглашаю, что Господь пастырь наш. Мы ни в чем не будем нуждаться. Он покоит нас на злачных пажитях и водит к водам тихим. Подкрепляет души наши, направляет нас стези правды ради имени Своего. Если и пойдем в долину и смертной тени, не убоимся зла, ибо Он с нами. Его жезл, Его посох, они успокаивают нас. И Он приготовил трапезу в виду врагов наших, умастил елеем головы наши, чаши наши преисполнены. Так благость и милость да сопровождают нас во все дни жизни нашей, и мы прибудем в доме Господнем многие дни. Я благословляю этими псалмами, Господь, детей Твоих и людей Твоих и церкви Твои во имя Иешуа, невесту Твою, Господь. Я благодарю Тебя, Бешем Иешуа Амашиах. И весь народ Божий скажет.